Сразу, чтобы было понятно, ударим здесь. Здесь ухо, здесь шея. То есть будет движение. То есть это будет идти по шее. То есть как бы это, вы понимаете, да? Вот это вот этим движением, смотрите, что происходит головой. То есть это 2 десятых секунды. И пошли. Все начинается с разговора. Слушай, хороший. Все. Движение не может быть, если мы как бы не обладаем техникой волнохвостовых ударов, если мы не умеем делать переборки, как многие против, так сказать, переборки, прочее. Тогда у нас техника, соответственно, объединяется. Если мы просто привыкли делать жесткую такую технику, это не сделается. Нужно делать импульсы. Импульсы, которые не останавливаются. Движение не останавливается, видите? То есть как только я ударил, сразу пошел. Опа, сразу пошел движение. Сразу. Ничего не останавливается. Никаких вот там бам, ничего этого нет. Никаких старт-стоп. Как началось движение, сразу добавил. И мы переключились на других или включили ноги. Коварство, хитрость только вас может спасти. Здоровье вас не спасет на улице. Ну, может быть, в каких-то случаях. А так нет. А как правило, их всегда больше. Как правило, их всегда больше. Поэтому мы с вами начинаем разговаривать. Хорошие. И сразу сюда дать дослать. И дослать. Все. Движение будет настолько шикарно. По уху. Понимаете за удар? Какой удар? Здесь. Мало того, что два движения, разнонаправленные. А мимо того, что здесь глушит, здесь режет. Удар, режущий по сонным артериям. А режущий удар он вот такой. Понимаете, да? Поэтому когда раз, еще пока он не упал, прям сразу добавляет. Бам! И все. И все. То есть на этом все закончено. Самое главное, начинается разговор. На этом все закончено. Поехали.